Зомби 2. Так, сейчас подойдем к торговцу. Сразу же мы продадим. А, продажи ничего нет? Подожди, а это что такое у нас? Так, все, продаем, хорошо. Идем к старшему. Подожди, я застрял. Ага, идем к старшому. Нужно поговорить. Найди в сундуке эту желтую штуковину и принеси мне. Так, сокровища старого дома. Так, открылось какое-то умение у меня. Значит, смотри, значит, разговор. У вас появляется вариант разрулить некоторые ситуации посредством диалога. Некоторые дополнительные варианты диалога требуют определенного значения умения. Так, ну как огнестрельного оружия. Увеличить урон от огнестрельного оружия. Так, давай добавим. Сейчас на максимум. Все у меня на максимуме. Так, способности следующие. Хороший ученик. Так, активировать. Чтение. Наконец-то вы научились читать. Так, подожди, активации нет. Идем в старый дом. Ну, посмотрим, как у меня увеличилось, значит. Урон пятнашка. А вот, пошел 30. Сзади никого нет, я все думаю, что сзади кто-нибудь стоит. Так, а ты будешь отстреливаться или что, просто так будешь стоять? Давай посмотрим, что ты будешь делать. Офигеть, они проходят мимо него. Нормально. Просто прошли мимо и все. Где у меня гранатка? Так, готово. Все, есть, готово. Так, заходим. Тут тоже зомбаки, а? Я думал, вы все вышли уже на улицу, я там всех убил. Так. Да ты чё, гад, а? Куда это я залез? Готовы. Ты чё там, а? Пытаешься меня укусить, гадина? Бутылка воды найдена. Ну ничего. Где тут отмычка? Так, а вот у нас сейф. Так, интересно. Ох, нифига. Попасть надо. Ну, в принципе, несложно. Так, что у нас тут есть? А, чувак пришел, ага. Что, ты мне помог? Не, помочь не мог, да? Какая-то ключ-карта. Опять зомби идут. У нас неприятности, на нас движется целая орва зомби. Я пойду вперед. Что, свалить захотел? Вперед он пошел. А я что, здесь буду стоять и наблюдать? Так, возьмите вещи с сундука, несите обратно. Бегите обратно к машине. Хорошо. О, нифига, подожди, в смысле? Ладно, пусть зайдут. Сейчас мы кинем гранатку. Все, готово. Все, всех убил. А вот еще парочку. Парочка чуваков. Готовы. Нет, еще смотри, идут. Их, наверное, можно не убивать, я так думаю. Пускай бегают.
О, нифига, он уехал, прикинь, гад какой. Вот это гад, а? Смотри. Свалил, а? А кто их вас заперто там, а? В домике. Да я думал, что они тебя укусят, да? Офигеть, смотри, что творится. Товарища, значит, бросил. Загрызли нафиг. 10 дней спустя. Да, бедолага. Лежит весь покусанный. Курочка какая-то прибежала. И вторая курочка. Чувак, ты живой? Я живой. Водичку попью сейчас. Странно. Надо вернуться домой и поговорить с Фрэнком. Надо вернуться домой. Фрэнк, что тут произошло? Я хотел подождать, пока он не доберется до машины, но ему не повезло. Зомби добрались до него быстрее, так что мне пришлось уйти. Разве возможно такое пережить? Прошло уже 10 дней, но он должен был обратиться в зомби. Смотри, у него следы укуса. На его раны почти зажили. Не знаю, почему раны, его должны были вообще съесть нафиг. Я все объясню, но сначала пусть он отдохнет. Понятно, он же это получается. Подожди, а где этот старшой? Старшой же, да пусть объяснит, что случилось-то. Ну как ты себя чувствуешь? Не понимаю, разве это возможно, что я не обратился, как остальные? А твою мать заразили во время беременности, она обратилась сразу после твоего рождения. Очевидно, благодаря этому ты не получил. Да, ты получил иммунитет к вирусу. Не понимаю, как это возможно. На твоей матери ставили эксперименты в расположенной неподалеку в научной базе. Когда я узнал об их опытах, ты помог ей сбежать. И что было дальше? Этот безумец, доктор Смит, он ставил на них самые разнообразные опыты. К сожалению, для твоей матери было уже слишком поздно. Прежде чем мир пошел ко дну, эта научная база представляла собой целый комплекс. Один из корпусов находится совсем близко. Никто из наших не ходил туда уже 18 лет, так что там все кишит зомби. Так, давай изучим эту территорию. Вот научную базу идем и узнаем, что же произошло в этой базе. Так. О, зомбаки, надо оглядеться сначала. Так, зомбаки слева справа. О, милые друзья. Так, немножко совсем полегли, да? О, сколько вас много. Так, ну да, мне предупреждал старший, что здесь все может кишеть зомби. Так, ну у меня же иммунитет. Может быть, вы будете моими друзьями? Как бы я немножечко генетически с вами. Так, ну что, давай побежим. Так, покопаемся в мусоре, что здесь посмотрим, найдем. Так, обыщите скамейки. О, нет, песик, нет. Какой же ты живучий пес, а? Есть, готово. Так, а какие он мне сказал обыскать скамейки? Подожди. Надо, нужно сначала зомбаков убить, да? Плохо, что он не прыгает, а? Это я попал случайно, да? Нечаянно.
меня, слушай, патроны кончаются уже. Надо прямиком в голову стрелять. Тут нет ничего. Так, посмотрим. Здесь в мусоре. Так, зомби атакуют, защищайтесь. Так, тут один какой-то... О, подожди, в смысле? Собака? Офигеть, да что я встал-то, ё-моё? Эй, откуда вы взялись-то? Подходите, подходите поближе. Да ё-моё, гад, чё там стоишь меня, кусаешь? Вонючка. Так, смотри, какое-то тело, обыщите тело. Так, сейчас посмотрим. Да где вы, откуда? Откуда не было с тебя тут рядом? Так, зачистите территорию от зомби. Пёска опять бежит, смотри, гадкая, а. Есть. У меня есть эти гранаты еще. Готово. Готово. Так, ну что ж, идем на базу. Фига себе база какая. Так, а здесь он не прыгает, прыгать не умеет, да, персонаж? На. Так, откуда-то патроны у меня взялись. Открывайся, открывайся быстрее. Миссия завершена. А, все, что ли? Я думал, я в базу-то в эту зайду, ну ладно. Так, вернемся в город. Так, старшой у нас горит звездочка. Так, ну что это за место? Я смотрел местность, зомби и правда много, но ничего серьезного. Отправляйся туда, расчисть местность и узнай, что там с входом в лабораторию. Так я ж только что оттуда, опять туда идти. Так, вот. Ну ладно, сходим, сейчас посмотрим. Зачистите район. Так, зомби атакуют. О, пёска, пёска. Нафиг, 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 нафиг. Тут ничего интересного нет, я смотрю. О, нет, я уже не выйду отсюда. Так, этого сейчас побыстренько. Давай, давай, давай. Патроны кончаются у меня очень плохо, очень плохо. Не знаю, хватит мне на вас всех патроны или нет. Есть. Патроны получил. Так, здесь я всех же, да, очистил, хорошо. Идем дальше. Опять зомбаки сейчас придут. О, вот, и главное вот эту пёску не пропускать. У него скорость большая, бежит быстро очень. Зомбаки. Сколько у вас? Четверо? Я на вас гранатку не буду тратить. Потому что неизвестно,
Сколько мне еще здесь придется гранат потратить? Так, зачистите район. Еще нужно стрелять. Еще будет все зомбаки. Так, убейте зомби. Сейчас где-то должен песка выбежать. Смотрим. Так, пески нету, хорошо. Так, ну 4 зомбака это немного. О, пёска, я тебя ждал, я тебя искал. Думаю, где же ты побежишь? Вот так, смотри, она прямо в лицо старается укусить. Ну, на вас я, наверное, сейчас подожду, пока вы в кучку соберетесь и гранатку брошу. Так, все, собирайтесь в кучку. Вот здесь. Вот здесь в кучку собирайтесь, и я бросаю гранатку. Двое, видишь, стояли там сзади. Так, идем на базу. Так, здесь вход у нас. Посягательство на власть. Почините источник электропитания. Угу, зомбаки опять. А вот у нас электропитание. Так, все, чиним. Садите компьютер системы открытой двери. Да, ё-моё, назад бежать надо. Так, зомбаки, мне пока не до вас, вас очень много. Куда? Куда идти? Да чё он меня кругами? Где у меня гранаты? Последнюю гранату пришлось использовать. Да, и этих мало у меня, слушай. Уже патронов. Патроны заканчиваются. 17 патронов, ё-моё. Чё он у меня кругами? Ну нельзя в одну точку показать, и я приду. Ну все, соединили мы и используем. Тут опять такая же самая система. Есть. Доступ разрешен. Хорошо. Вот, заработало наконец-то. Фига себе, смотри. О! Люди, 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 люди. А нифига, это зомбаки. Смотри, они с бронежилетами. Их, смотри, тяжелее пробить. Зомби-охранник. Но зато он мне гранатку дал. Спасибо. Все, зачистил. Можно теперь вернуться в город. Хорошо. Идем домой. Старшой, так, что ты нам не расскажешь интересного? Ну, там где... Ну, и где там вход? Туда можно как-то проникнуть? Ну, конечно, я все уже сделал, уже и проник. Вход неплохо сохранился, но я не знаю, как открыть этот замок. У меня есть ключ-карта, наверняка она тебе знакома, используя, чтобы пройти лабораторию. Ух ты, спасибо! А ты не мог сразу мне дать эту карту? Вот гад, у него сколько всего хорошего, интересного есть, а он мне не мог дать сразу. Так, пойду к торговцу. Надо будет у него купить патроны. Да-да-да-да-да. Патроны. Подожди, у меня написано, что 954 патрона. А в итоге-то у меня меньше. Так, это что такое? А, подожди. Мой рюкзак. Что? У меня вот 170 патронов таких. А я каких накупил? Патроны 9 мм, а это сколько миллиметров? 7 мм. А что у меня за оружие, интересно? Так, продать, собственно.
Так, у меня тут оружие не написано, не нарисовано. Что у него есть за оружие, интересно? Вот у него есть, смотри, какая, 2700. У меня как раз деньги есть. Так, урон 4 плюс 2. А здесь сколько урон? 25. А здесь 4. А здесь урон 4. Здесь урон 22. Здесь 12. Подожди-ка. Дай я посмотрю, что у меня есть. Так, у меня вот есть Шмайсер, да? Урон 3. 3 плюс 2. Шмайсер. А это у вас какой урон? У этого урон 15. Давай мы его оденем. Вот так попробуем. Вспомогательные. Так, это не то. Давай у него какую-нибудь что-нибудь купим еще интересное. Так, а у меня вот такая есть одежка или нет, я не помню. Есть. Ремень. Можно что-нибудь на ремень купить. А на какие-нибудь патрончики вот эти купим. Книга для начинающих стрелков. Умение огнестрельного оружия. То зачем она мне нужна? Ладно. Ладно, на сегодня серию заканчиваем. Кто хочет, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.